Николай Павлюков – пример для многих из этих мальчишек. Победитель турнира «Олимпийские надежды» и серебряный призер мирового первенства среди юниоров 2004 года. Спортсмен трагически погиб в автокатастрофе. 2 года назад в 3-й детско-юношеской спортивной школе решили, что его имя должен носить новый спортивный зал. Исполняющий обязанности главы города Юрий Поляков поблагодарил тех, кто взялся за реализацию задуманного. Каждый новый спортивный объект в Анапе – это новые возможности для подрастающего поколения быть здоровыми и сильными. Я хочу в первую очередь поблагодарить организаторов этого мероприятия, тех, кто принял участие в ремонте, в подготовке этого спортивного зала. Что хочется пожелать молодежи, те, которые будут заниматься в этом спортивном зале. Николай Павлюков, хороший спортсмен, чемпион. Я желаю вам всем здесь тренироваться и добиться таких же успехов, как добился Николай Павлюков. Дело брата продолжает Аким Павлюков. С 4 лет его готовил отец. Сейчас боксеру 14. 3 года назад Аким начал заниматься с тренером. Сегодня в активе победы на первенстве России и Европы среди юниоров. Здесь тренер уделяет для каждого внимания, потому что это сборная. И здесь он каждый подойдет, скажет ошибку или еще что-то. И он тебе больше внимания обращает, чем там, там общие тренировки. Оборудование отличное для всего. Есть, ну, для каждого человека есть мешок свой и место, чтобы где-то заниматься здесь. Это пары стоять. Да, это важно. В распоряжении детско-юношеской спортшколы несколько спортивных залов, в том числе площадки в станице Благовещенская и хуторе Чекон. Директор учреждения говорит о новом зале как об идеальном. Просторный, чистый и светлый. Помимо места для ринга, здесь достаточно пространства для индивидуальных тренировок. На самом деле этот зал для нас как глоток свежего воздуха, потому что те залы, которые мы имели на Чехова и на Самбурова, не могли ответить потребностям нашего города. Население в городе растет, детворы много, все приходят. Мы с поникшей головой говорим: извините, набор окончен, группы набраны. И вот мы получили возможность развиваться. По словам Вячеслава Труфанова, теперь в школе готовы дополнительно принять в секции бокса около 100 человек, увеличив число занимающихся данным видом спорта более чем на треть. Кроме того, в Анапе появилась еще одна площадка, где можно проводить городские и краевые соревнования.